грустное, ужасное, но, тем не менее, радостное настроение. Давайте подарим вам ваши аплодисменты. Буквально через несколько минут, а то и секунд, станет все ясно. И для объявления результатов я хочу сейчас пригласить сюда, на эту сцену, организаторов проекта Тюрину Наталью и Пилечкину Анну. А также поблагодарить, так сказать, бойцов невидимого фронта, всю команду организаторов КС-ивента. Полину Балычеву, Агафонову Сашу, Шлитину Таню, Седову Катю, Зерюкаеву Дашу, Стасю Анну, Кошелеву Катю, Оксану Ратинскую, Ладышеву Кристину, Воронцову Максима, Земляникина Андрея, Дьякову Вячеслава, Кузнечкову Сашу и Максима Лаврова. Хочу попросить вас поблагодарить за увиденное шоу первокурсников, которые не побоялись 5 месяцев назад на кастинг, успешно его прошли и целый месяц ходили на тренировки, слушали наши разные сообщения, претензии, советы. Аплодисменты! Экономии
фабрике памятные сувениры. Фитнес-клуб Girl Class открывает свои двери и дарит сертификаты на месяц на посещение клуба. Girl Class — сеть фитнес-клубов номер один. Также наша любимая студенческая кафе позаботилась о том, чтобы мы не проголодались, и испекла вот такой аппетитный пирог. Саша, аплодисменты пирогу! Магазин цветов и подарков «Долина Роз» дарит всем участникам замечательные букеты. Школа танца «Dance for You» дарит сертификаты на обучение. Сеть салонов «Оптика Кронос» дарит участникам замечательные подарки. «Subway» дарит нашим участникам мягкие игрушки, внутри которых, наверное, бутерброды. Ладно, это шутка. Моя шутка. Языковая школа «Мастер-класс» дарит нашим участникам сертификаты на занятия с носителями языка. Интернет-магазин April Sky дарит нашим девушкам прекрасные наборы. Студия водной и песочной анимации «Джин» дарит участникам сертификаты на обучение. Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» дарит всем участникам билеты на игру клуба. Сеть кинотеатров «Империя грез» спонсирует наших участников бесплатными билетами в кино. Салон красоты «Олива» дарит нашим девушкам сертификаты на посещение. Магазин свободного времени «Хобби Дэй» дарит участникам сертификаты на покупки. Центр международного обмена дарит Марии Толкачевой волонтерскую поездку. Аплодисменты! И гриль-бар «Кают-компания» дарит коллективу «Лонг Айленд» сертификат на ужин. Ну что ж, передаем слово нашей любимой Ирине Львовне. Так все-таки кто выиграл эту статуэтку? Игорь! Ира, скажи же нам все